В Дербенте восстанавливают ворота южной крепостной стены арта КП. В ноябре 2020 года они были частично разрушены после затяжных дождей. К работам приступили после разрешения Минкультуры России, так как это объект культурного наследия федерального значения. Сейчас рабочая бригада разбирает завалы, далее будет проведена разборка и воссоздание кладки стен, установка строительных лесов и другие необходимые работы для того, чтобы восстановить исторический объект. На сегодняшний день ведутся работы по усилению подпорных конструкций. После этого будут производиться расчистка швов, зачеканкой дальнейшее инъектирование для усиления кирпичной кладки. После будут производиться работы по расчистке обвалов, ручная расчистка камней, нумерация камней, складирование и усиление внутреннее и наружнее усиление подпорных конструкций для предотвращения дальнейшего разрушения.